якщо ви живете активним та динамічним життям, йдете в ногу з часом, займаєтесь спортом, тоді вас чекають у фірмовому магазині «Адідас». Оновлений дизайн, сучасне обладнання та люб'язні продавці – це візитна картка нашого торгового центру. Широкий асортимент комфортного спортивного одягу, взуття та трикотажних виробів – все це чекає на вас. Лише той, хто завітає до нас з 7 грудня до 7 січня, матиме знижку на весь асортимент у розмірі 35%. Не втрачайте свій шанс. Зробіть новорічний подарунок собі та своїм близьким. Побеждать, а теперь учись и проигрывать. Не бывает так, что один виноват, а второй безгрешен. Все наши общие друзья, включая даже Ирину маму, они приняли мою сторону. И все ее мужья недостойны. Перемоги і поразки, тріумфи, сльози у непростій долі непересічної жінки, неперевершеної легендарної Ірини Родніної. Я вийшла з цієї ситуації, повізила теж опять себе. 25 грудня, п'ятниця, 12:20. Програма Оксани Пушкіної «Жіночі історії». Це 15-та серія проєкту «Намедні 1961-91. Наша ера». События, люди, явления, определившие образ жизни. Виробництво шоколадних цукерок, що раніше були дефіцитом. Визнаний у світі і не прийнятий в Радянському Союзі фільм Андрія Тарковського «Дзеркало». Нові персонажі радянської естради Вероніка Маврикіївна і Авдотія Нікітішна. А ти везу тебе я в Сочи, а ти везу в Іваново. Київське «Динамо» – чемпіон Радянського Союзу. Поява Алли Пугачової з піснею «Арлекіно». Зарубіжні радіостанції, найскандальніше з яких – «Голос Америки». Зустріч радянських і американських астронавтів на космічній станції «Союз Аполлон». Сьогодні погибла остання муха, Крозофіла. 25 грудня, п'ятниця, о 23.00, рік 75-й, проєкт Леоніда Парфьонова «На медні». Інформація. Чоловік хоче і требує знань. Ми – служба інформації. Те, хто іще і знаходить, говорить і відповідає за свої слова. Ставит вопрос и требует ответа. И мы не безразличны к миру, стране, каждому из вас. Информационно-аналитическая служба телеканала «Интер». Возьмем и задержим. До выяснения обстоятельств дела. А? Задерживайте. Ну чего, Вадрушка, оклемалась, а? Ты чего? Да ты чего? Я считаю, что справедливость должна вас торжествовать. Это не имеет отношения к нашему разговору. Мне в высшей степени наплевать на эту шлюху. Я о нас думаю. Не вместо того, чтобы уходить. Надо было кастрировать вас всех. У суботу и неделю 19 и 20 грудня на интерканале криминальная драма «Кат». Огонь! По тылам! Молодец, я бью его по тылам. Я влюблена в вашу музыку. Ты знаешь, это ангелы. Сама доброта, чистота и скромность. Только качество до сих пор в девках. Ты талант. А ты моя звезда. А я тебя обожаю. На кого вы похож? На маму? У понеділок і вівторок, 21 та 22 грудня о 18:50 на інтерканалі «Мюзикл». Небесні ластівки.
Добрый вечер, в студии Максим Ровреба. В эфире «Подробности недели». Сегодня в программе. Бомбардировка Ирака. В борьбе за мир не оставим камни на камне. Импичмент Клинтон. Война не помогает. Украинцы в Думе. Договор в обмен на дружбу. Депутатский иммунитет. Неприкосновенные и неприкасаемые. Куито Бие. Что делают украинские летчики в Анголе? Американо-британские бомбардировки Ирака оттеснили на второй план все другие события недели. Когда гибнут люди, не говорить об этом нельзя. Хотя современные средства массовой информации не слишком сентиментальны. CNN, например, одновременно вела прямую трансляцию с места бомбардировок и из Палаты представителей Конгресса США, где обсуждался вопрос об импичменте Билла Клинтона. Впрочем, масс-медиа только подчеркивают цинизм политиков. История знает немало примеров бессмысленных войн. В 18 веке один из конфликтов получил имя «Войны за ухо капитана Дженкинса». Но вряд ли нынешние бомбардировки Багдада назовут «Войной за репутацию президента Клинтона». Хотя параллели более чем очевидны. По утверждению самого американского президента, импичмент не имеет к делу никакого отношения. Авиаудары должны были лишить Саддама Хусейна возможности угрожать своим соседям оружием массового поражения. Ирак бомбили 4 ночи. В дневное время полеты не проводились, поскольку союзники знали, ПВО противника оснащены системами визуального наведения. Как только иракцы приводили в действие радарные установки, их тут же накрывали огнем. В субботу вечером американский президент и британский премьер заявили о прекращении военной операции. По их словам, поставленные задачи были выполнены, и в священный для мусульман месяц Рамадан лучше воздерживаться от применения оружия. Несмотря на значительный ущерб, нанесенный американскими бомбами, Ирак с улыбкой встретил воскресное утро. Покидая бомбоубежище, жители Багдада говорили о победе и о том, что не намерены повиноваться ООН и Соединенным Штатам, пока не будет отменено эмбарго. Самоуверенно звучали и официальные заявления Багдада, заставившего мир усомниться в том, что ООНовским контролерам в обозримом будущем удастся продолжить инспекцию иракских военных объектов. По словам представителя Ирака в ООН Низара Хамдуна, сотрудничество между властями и Ирака и комиссии ООН по контролю за вооружением прекращено окончательно и бесповоротно. В свете последних событий иракское руководство считает невозможным дальнейшую работу с группой экспертов Организации Объединенных Наций во главе с американцем Ричардом Батлером. Похоже, что именно этого добивался Саддам Хусейн. Теперь он избавлен от обременительной опеки ООНовских инспекторов, а вопрос об отмене санкций хотя бы некоторыми странами как никогда близок к решению. Наблюдатели подозревают, что трехдневная война была просто спровоцирована и Клинтоном, и Хусейном. Причем цели преследовались аналогичные – укрепление собственной власти. Но если иракский диктатор не только добился своего, но и предстал в образе жертвы, то Клинтон в глазах всего мира превратился в монстра, готового жертвовать жизнью невинных людей. Билл втянул в игру и своего друга Тони Блэра, но британскому премьеру импичмент не грозит, и потому его заявления выглядели правдоподобно. Было бы замечательно, если бы Хусейна просто отстранили от власти. Однако мы не можем гарантировать, что это произойдет в скором будущем. Саддам – опасный тиран, но мы в состоянии лишить его боеспособности и возможности угрожать региону. Союзники не скрывали надежды на переворот в самом Ираке. В пятницу и субботу над иракской территорией авиация союзных войск разбрасывала листовки, призывающие военнослужащих регулярной армии к неповиновению. А 19 декабря группа вооруженных гражданских лиц пыталась штурмом взять здание радио и телевидения в багдадском районе Сальхия. Однако бунт был немедленно подавлен регулярными войсками. Впрочем, что бы ни говорили о причинах бомбардировок, операция против Саддама получила практически единодушное одобрение в Соединенных Штатах и Британии. Лидер британской оппозиции Хейк заявил, что Блэр может полностью рассчитывать на его поддержку. В Вашингтоне же конгрессмены-республиканцы подписали резолюцию, в которой одобрили удар по Ираку, хотя по-прежнему требовали отстранения Клинтона от власти. Судя по опросам общественного мнения, политику своего президента поддержали и большинство простых американцев. Я не уверен, что бомбардировка необходима, но в отношении Саддама нужно было что-то предпринять. Он не сдерживал обещаний и постоянно лгал. Военная операция в заливе прежде всего подорвала авторитет Организации Объединенных Наций. Для генсека ООН, по его словам, четверг стал одним из самых печальных дней в жизни.